Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. У красавчика Егора Бероева есть не менее красивый младший брат. Ксения Алферова показала его редкое фото. Ксения Алферова опубликовала совместный снимок с младшим братом Егора. Впрочем, фанатам звездной пары волноваться не о чем. Российская актриса сразу пояснила, с кем позировала на фото. Ксения на своей странице в Инстаграме написала под фотографией, что ей захотелось поделиться с поклонниками теплым вечером и сердечным, а также душевным человеком. Она представила публике Дмитрия Бероева. Многие поклонники не упустили из внимания новое фото на странице актрисы и стали активно его комментировать. Актриса сказала, что брат Егора очень хороший человек и превосходный артист. Дмитрий младше своего родного брата на 11 лет, ему сейчас 32 года. Он выбрал такую же профессию, как и Егор, и служит артистом в Московском театре. Стоит отметить, что папа Егора и Дмитрия руководил Санкт-Петербургским театром танца и пантомимы «Терра Мобайл». Их мать – актриса театра имени Массвета, а дед – заслуженный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Бабушка тоже имеет отношение к кино, она заслуженная артистка. Способность перевоплощаться в разных персонажей братья переняли от них. Работы Дмитрия Бероева в кино и театре вы можете видеть на своих экранах. Кроме этого, поклонники звездной пары интересовались, как идут дела в семье Бероевых. По признанию супругов, дела идут очень хорошо. Егор и Ксения души не чают друг в друге, а также в общей дочке. Недавно Алферова опубликовала видеоролик, где показала работы Евдокии, но саму 13-летнюю девочку не засветила. А еще у звездной семьи появился новый питомец. Знаменитости завели еще одного домашнего любимца – таксу Пегги. Российская актриса от лица собаки написала в Инстаграме под видео пост: «Я еще маленькая, мне еще нет 2 месяцев. Еду к новым маме и папе. С одной стороны грустно, очень охота к братьям, но с другой предупреждали, что так и будет. А люди, которые их себе взяли, вроде бы все хорошие и ласковые». Ксения Алферова настолько увлечена заботой о братьях меньших, что даже завела для своих питомцев отдельную страницу в соцсети. Всего в доме Бероевых живут 5 питомцев. Некоторых из них знаменитые хозяева берут с собой в путешествия. Этим летом Ксения Алферова брала своего бигля Марусю в отпуск на море. А что на этот счет скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.